Привет! С вами информативно-музыкальный блог «Дискультура». Мы будем регулярно знакомить вас с выдающимися хитами, когда-либо издававшимися на пластинках, беседовать о музыке и презентовать самые интересные новинки из мира «Дискультура». Ток-ток! Это мы! С феноменальным обзором, где пересекаются легенды разных эпох и столетий. Пластинка DJ Sneak Magnetic Illusions. Все начиналось с того, что Карлос Соса, настоящее имя диджей Сника, в начале 80-х покидает Пуэрто-Рико и переезжает в Чикаго, где попадает под влияние нового явления – хаус-музыки. Через 10 лет Сник на пару с Кертисом Джонсом, известным под неймом Green Velvet, стал лицом чикагского хаус-возрождения. И это явление нашло отклик и во французской волне. Пластинка Сника вышла на лейбле Край Дамур. И под конец Сник вдохновил в начале нулевых чикагских ребят Green Skippers, оказавшиеся виновниками третьей волны чикагского хаоса, который чаще всего характеризует замысловатым, но справедливым словосочетанием Jake in House Chicago Deep Underground Funky House. Вот к последнему периоду эта пластинка и относится. Расставшись со своим детищем по имени Sex Pistols, Макларен, держащий, как обычно, нос по ветру, набрал свежий молодняк для создания нового, уже не панковского, но нью-вейверского проекта, саунд которого, по придуманной им концепции, обязан был содержать в себе африканские ритмы. Хоть группа и не стала сверхпопулярной, как предшественники, но она на некоторое время создала ажиотаж своим ноу-хау – экзотик нью-вейвом. Пластинка Will Saul DJ Kicks. Will Saul, начинавший когда-то с выпуска брейкбитовых пластинок, постепенно съехал на территорию техно, минимал и теххауса. Теперь он дружит с Сашей Рингом и Майком Понедельником. Актуальность его музыкальной карьеры подтверждает самая последняя серия DJ Kicks. Вот уже почти 20 лет приглашающая на свои подкасты крутейших музыкоделов из клубной среды. Не забывайте, в каждой подборке, помимо вкусовых решений, выстроенных в микс, кроется эксклюзивный трек, записанный артистом специально для DJ Kicks. У Дарио Ардженто, помимо самих кинопроизведений в жанре хоррор, есть еще и пара козырей. Дочь кинозвезда и специфические саундтреки. Для создания последних у него есть преданная команда в лице Клаудио Симонетти и проекта «Гоблин», в котором отметился и Симонетти тоже. Они занимались тем, что переваривали рецепты хэви-метала на синтезаторных кухнях. В итоге Италия, именитая саундтреками к эротическим фильмам 70-х, обрела новый меломанский изыск – саундтреки к фильмам ужасов 80-х. Фильм «Феномена», имеющий в англоязычном прокате название «Криперс», яркий представитель описанного нами феномена. Германский технопроект «Ток-Ток» так бы и остался в немецком подполье, если бы в свое время не позвал вокалистку для своего синти-проекта, организованного по той же схеме, по которой мистер Хакер задействовал мисс Китон. А потом «Ток-Токи» стали заезжать на юг Украины. Эти вылазки сказались на релизе с засэмплированным Утесовым. «Привет, Одесса!» и появлением лейбла с многозначительным названием «Бомж». На «Бомже» эта пластинка и была записана. С чувством юмора у ребят все в порядке.
Уже через полгода можно отмечать столетие со дня рождения великой. Как раз из тех случаев, когда это пафосное слово стоит на своем месте. Джазовой вокалистки Элеоноры Фейган. Настоящее имя. Ее часто сравнивают с Эдит Пиаф прежде всего за своенравный характер, пагубные пристрастия и выдающийся вокал. Ее манера исполнения – востребованный пример для подражания в среде джазовых вокалисток. В 72-м в байопике «Lady Sings the Blues» ее сыграла Даяна Росс. Да-да, мы все это время говорим о Билли Холлидей, чей сборник у меня сейчас в руках. Продюсерами и авторами музыки этого альбома выступили пионеры техно 808 State, которые уже пересекались с MC Tunes'ом на проекте Hit Squad MCA в 1988 году. Лучше всего музыку к этому альбому можно охарактеризовать как рейв-рэп, который мы поверхностно разберем на примере заглавной песни. Берем басовый вайб родного Манчестера, сэмпл из Stone Roses, и подклеиваем к нему электронный риф с блип техно-пластинки Sweet Exorcist, выпущенной на Warp Records. А напоследок рифмы от самого MC Tunes'а. А с вами был Денис Горев и Диджей Мавр. Не забывайте лайкать и подписываться на наш канал, чтобы всегда быть первыми, кто узнает о новинках дискультуры Greatest Hits Vinyl Shop. А мы желаем вам чистого звучания и приятного прослушивания. Keep it real. Vinyl.